И снова здравствуйте. Это снова Айзек. Я не знаю, мне кажется, что у меня сломалась игра. Я тут парочку раз попробовал пробежаться, но... случилась странная вещь. Я постоянно получал или Lemon Mishap, или прокладку мамы. У меня, короче, вечно в комнатах были предметы, которые используют на Space. Я не знаю, в чем дело, но это нехорошо. Давайте поиграем за Джудаса. Иуду, в смысле. Почему я назвал его Джудасом? Ну, проклятие тьмы на первом этаже, это не страшно совершенно. Пофиг. Насрать. Вот опять же, я же говорю, шуб да вуп. Опять же, это предмет, который используется на Space. Он нам не нужен, потому что есть книжка Book of Belial, которая очень сильно увеличивает урон, и каждого босса с ней легко убивать, но... Сам факт, что у меня постоянно выпадают... О, чёрт. Проблема Иуды в том, что у него всего одно сердечко. Каждый раз выпадают предметы, которые на Space. Ладно бы еще нормальные, так нет. Выпадают те, которые вообще не нужны. Ну ладно, шуб да вуп еще более-менее, но... Блин, это полный бред. Мне кажется, у меня что-то сломалось в игре. Здесь мы просто... Оп, используем... Главное не сдохнуть. Всего одно сердечко. О, видите, какой урон шикарный. Ненавижу вдову. Вообще, она называется Виду. Вдова, но... От женского пола я здесь ничего не вижу. Кроме длинных ног, конечно. Правда, на конце у нее какие-то... Ну, вот отлично, я все-таки получил немножко урона. Да, а вот здесь-то обычно... предмет, который добавляет жизни. Я гарантирую, сейчас захожу в следующую комнату с предметом, и там будет... О, как повезло. И там будет какой-нибудь предмет на Space. Я обещаю. Инфа почти 100%. 99. Если там будет какой-нибудь нормальный предмет, я очень удивлюсь. Но там будет на Space. О! Эй, спасибо! 3 цента. Ну, бесплатный 3 цента, почему нет? Так, я вижу синий камушек. Сразу взорву. Может, он попадет? Да, отлично. Колесо фортуны. Бесполезная вещь. Она дает этот... как же он называется-то? Автомат. Да. Так, здесь очень-то... Вау. Чуть бы и попался. Ключа нет, вот в чем проблема. Я выбираю Джудаса, потому что, во-первых, у него книжка, во-вторых, у него и базовый урон больше остальных персонажей, ну, вроде бы всех. Хотя у Самсона, наверное, больше, я не знаю. Я, кстати, получил Самсона, наконец-то. Или он у меня уже был? Я не помню! У меня вечно в голове что-то мешается, я не знаю. Вот этих засранцев ненавижу, особенно когда они в костер прыгнут, блин, как суицидники. О, рак. Рак — это хорошая вещь в этой игре. Он добавляет урон, насколько я помню. Итак! А! Смотрите, очень странно. Но, поверьте мне на слово, выпадали одни предметы на Space. Конечно, хорошо бы, чтобы когда-нибудь выпало пони. То есть, это действительно тоже предмет на Space, но он, во-первых, позволяет летать, пока он у тебя есть. А на Space делают такую же фигню, как обычно всадники. О, два ключа. Можно сходить в магазин, потому что 10 монет. Такие комнаты я терпеть не могу. Это ужасно. Это... труднее, чем кажется. Нет, на самом деле это очень легко. Еще один ключ. В чем дело? Нет, это очень... Это неплохо, но... Очень странно. Говорю, у меня что-то с игрой кажется. Надо пересобрать кэш. Я не знаю. Так, бомба. Можно... А, нет, секретную комнату мы уже нашли. Так что... Ну, отлично. Его я терпеть не могу. Это не самый лучший босс на втором уровне. Воу-воу-воу. Я мог сейчас обосраться мощно. Вот, видите? Как быстро. О, черт. Да. Просрал сердечко. Вряд ли сделка с дьяволом нам что-то даст. Мы сразу умрем. Хотя оба улучшения шикарные. Бримстоун слева. Мы стреляем лазером. Эта вот хрень справа, забыл как называется. Spirit of the Night вроде бы. Позволяет летать и дает призрачные слезы. Но...
Мы умрем, если... Мог быть глюк. Мы умрем, если... заключим сделку с дьяволом. Интересно, а как это в жизни происходит, когда ты заключаешь сделку с дьяволом? Сколько сердечек у тебя по дефолту? Думаю одно. Душа. Наверное. Я не знаю, я не разбираюсь в сделках дьявола. С дьяволом. А еще я заговариваюсь с утра. Так. А, главное не согреть вот этих... А, молодец. Что не хотел, то и сделал. Эй-эй-эй. Да хватит убегать. Я всего лишь хочу тебя помыть слезками. О, нет. О, нет. О, нет. О, нет. Все, я думал, там-то мне и конец. А, кстати, да, я не объяснил даже. Вот этот бамфренд, который со мной летает, он собирает деньги и там рандомно за сколько-то монеток может выдать какой-нибудь предмет. Там бомбу, ключ. Честно говоря, я больше не знаю, что он еще. Флэт Пенни. Я не помню, что он делает, так что лучше останемся с раком. Забавно. А почему бы и нет? Он может дать или лестницу, или карту, или компас. Если повезет. Если не повезет, то он нам ни черта не даст. Мне кажется, к этому все и идет. О! А-а-а, черный бит. Боб. На самом деле не очень полезная. Что-то я. Хрип, извиняюсь, простите. Это просто когда тебя. А! Когда. О, это было очень опасно. Когда нас ударяет, то мы, извините, пукаем. И наносим урон. Людям. Извиняюсь. Монстром вокруг. Вот, пожалуйста, я это продемонстрировал, хоть и нехотя. Я этого совсем не хотел. Нет. Вот, о. Я чуть-чуть бы и оставил здесь эти две бомбы. А, теперь можно идти, раз босса мы нашли. Надо идти искать комнату. Твою мать! Идти искать комнату с предметом. Вообще она называется Treasure Room, то есть... Твою... Сучий потрох! А, то есть, комната сокровищная. Я называю ее комната с предметом. Просто так. Не знаю, по-моему, это как-то логично. Так, эти засранцы взрываются. Все сразу сейчас. Странная реакция. Странно, что вот это говно не взорвалось. Странно, когда в игре есть... Говно. А, у нас же проклятие лабиринта. То есть, у нас сейчас 4 ключа, то есть мы спокойно сможем открыть обе сокровищницы. Кстати, вполне неплохо звучит сокровищница. Хотя она совершенно не похожа на сокровищницу, не считая жутко помпезной двери из золота. Но мы так не будем везде, вот это хорошо. Нет, мне нравится проклятие лабиринта, но... Чёрт! Потому что две комнаты, два босса, то есть получаем 4 предмета. Хорошо. Ну, возможно. В теории, как я увернулся, я не знаю. Хоть кто-нибудь умрите уже. Так, один есть. И я наверняка сейчас очень по-глупому попадусь. Просто под конец. Вот, вот от этого, стопудово. Нет? Ты умри уже. Вот, о, странно. А, вот-вот, он забирает, собственно, монетки, эту тоже забирай. Точнее, не собираюсь тратить бомбу из одной монетки, и он нам ничего не дает. Действительно, жадный. А... Вот этих засранцев я терпеть не могу. У них, в общем-то, я понимаю их траекторию, они поближе к тебе перемещаются, но... Блин, их скачки неравномерные. То есть, вроде бы сначала прыгнул совсем чуть-чуть, а потом как долбанет через всю комнату, и все, приехали. О, черт. Так, минус паук и карта. Judgment, вполне. Это как раз этот засранец. И он может даже на первой монетке что-то дать. Но это случается редко, конечно. 9 вольт. Я не скажу, что это прям нам очень полезно. Но... Просто у нас быстрее будет книга перезаряжаться. Это очень даже неплохо. Но смысла особо нет, так как мы пользуемся ей только на боссе. Вот он забрал только что монетку и опять ничего не дал. Засранец-то я такой. Хотя логично. Мы играем за Иуду. Жиды. Деньги. Вы понимаете, почему я клоню, да? Вот, поэтому
Неудивительно, что наш бам-френд такой жадный. Блин, где все комнаты? Почему? Я не могу найти. Ладно, использую. Главное, чтобы она перезарядилась вовремя. Я просто не хочу здесь урон получать. Он загнал меня в угол. Я не знаю, как это вышло. Пожалуйста, пусть сердечко, пусть Ай, зачем я взял? Если бы он взял, то, возможно, он бы дал нам сердечко. Окей, иногда я туплю. Иногда? Как же? Очень часто. Оп-оп, так, потише, потише. В общем, было бы глупо там попасться. О, нет, здесь я умру. Здесь я умру. Просто возьму и умру. Надо было книгу сохранить для вот этой комнаты. Знаете, я даже использую бог. Насколько я просрал две бомбы, мне пофиг. Я буду их использовать все равно, потому что я не хочу умереть в самом начале, на 10-й, на 11-й минуте записи. Нет, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я ненавижу этих засранцев. О да, это как раз то, что мне нужно. О, сердечко. Блять. Извиняюсь. Ладно, я как можно осторожней. Прячусь за камушком. Камень — это мое спасение. А, мы достаточно далеко стреляем, чтобы их вынести. Или нет? Эй, он выпрыгнул! Я не думал, что они могут... Нет, я, конечно, знаю, что они прыгают, но... Через... Я так и не понял, как он этот выброс. А еще я вижу синий камушек. И мы убьем двух зайцев одной бомбой. Взорвем вот этот камень. О! The Small Rock, это увеличивает... дамаг. Ну, как, собственно, видите, в правом нижнем углу экрана. Твою мать. Мы и так сильные. Еще и Small Rock, да еще плюс... Так, нет, давайте сделаем так, чтобы они взорвали... Чтобы нам не тратить бомбу. Ну, давай. В чем дело? Давай, вот сюда. Еще плюс книга... Белиала. Наверное, Баал. Белиал — это, наверное, по-английски Баал, я, честно говоря, не знаю. Я в сатанинской, как бы, всей шашне не разбираюсь особо. Вот это было чертовски опасно. Ну, наконец-то. Ага. Ой-ой-ой. Повезло. Чисто повезло. Я вижу еще... Так, это, конечно, просто шикарное улучшение, но у меня очень плохое предчувствие. Потому что я вот в прошлый раз играл, и у меня был точно такой же набор. Маленький камушек, вот этот вот четверной выстрел. Нет, это просто шикарный набор. Великолепный, я бы даже сказал, но все это подозрительно. У меня что-то с игрой, кажется. Я не знаю, что... А, почему бы и нет? У нас 4 ключа. Вот ключ мы вернули, взяли сердечко и плюс еще одно синее сердечко. Это шикарно. Пока все нормально. Пока все более чем нормально. А этаж просто огромный. Надо еще вниз пройти, потому что должна быть вторая комната. И... Так, я вижу золотое говно. Да, монетки. Пусть он собирает. Он может что-нибудь полезное дать. Карта. Любовники. Две бомбы. Ну и можно, собственно, использовать. Любовники просто нам не нужны, потому что... Просто дает там два сердечка где-то. А, черт. А, иди-ка ты к черту. А, забирай. Я постоянно забываю. Привычка. Знаете, сначала я посмотрю, что здесь. Черт! Очень заманчиво. Жутко заманчиво. Ямхард. Собственно, на Space нажимаем. Тем более с нашей-то перезарядкой. Можно... У нас максимум атаки. Можно, конечно, оставить здесь книгу и идти дальше с Ямхард. У нас ведь и так сильный урон. Но ведь он может быть с помощью книги еще сильнее. Я не знаю, сейчас посмотрим, что за пилюли. Все равно 7 бомб. Надеюсь, окажутся хорошими. Но с моей удачей. Итак, бомб с арки. В общем-то, нам это ничего не сделало. Превратило наши бомбы в ключи. И вторая пилюля. Friends till the end. То есть, в общем-то... Две не то чтобы нейтральные пилюли. Просто
ни хорошие, ни плохие. Они по ситуации. А Friends Till the End только что как бы урон нанесли этим врагам. Это очень неплохо. Здесь вот надо подумать, как его вынести. Вот так. The Lovers нам тем более вообще не нужно. В данном случае это бесполезная карта. Хотя... А, нет. Мы, конечно, могли бы попытаться пройти вон туда, но это снижает синие сердечки, а не... Блин, я все еще думаю... Нет, все-таки оставлю книжку. Это реально очень... Стратегия, пацаны! Стратегия. Здесь надо думать мозгами. Нет, все-таки. Потом, наверное, окажется, что лучше надо было... Лучше было взять сердечко и... Я наверняка обосрусь. Блин, у нас максимальный урон. Нет, конечно, можем мы его еще и сильнее. Книжка и так далее, еще что-то там найти. Но вот чисто по вот этой... Просто шикарно. Так, и наш босс... Ох, не люблю. Не люблю. Но на нем я книжку использовать не буду. Потому что, в общем-то, мало хп очень. Обоих. Так что посмотрим, какой второй босс. Блин, с каждого монетка упадает. И Бамфренд будет все это подбирать. И ништяки давать. О-о-о! Вот эту монетку я возьму сам. Спасибо. И опять не очень хороший предмет, честно говоря. Итак. Это что, все? За все эти монеты? Маджишн просто... Ах, ладно. Так, какие пилюли? Неизвестно. Спасибо. Черт. Снова убежать. На самом деле, хорошо, что это хотя бы не вредная пилюля. Потому что в последнее время мне только такие попадаются. А, черт, каждый раз. Хотя бы не натыкаюсь. Блин, мне еще интересно, что же за второй босс. И опять же, мне постоянно выпадает этот вот кошелечек с пилюлями. Вечно он мне выпадает. Мне реально страшно за игру. Бомб-зарки, в общем-то, не нужна. Твою мать! Health down. Bad guess. Очень плохие пилюли. Очень. Невезуха. А на этом боссе я в прошлый раз запоролся. И мы просто сейчас очень быстро его убьем. Если, конечно, я не облажаюсь, как обычно. Потому что вероятность этого крайне велика. Но нет. Вешалка. Вот это очень даже неплохо. Мы будем чаще стрелять. Но все равно меня эта ситуация не устраивает. Блин, одно сердечко. Так, ну здесь без проблем вообще. Если я успею, конечно, вынести вот этого засранца. Опасная комната, но... Мы-то профессионалы в этой игре. Верно. А, черт! Я здесь могу облажаться, но... все хорошо. А, черт, я опять взял монету. Забирай. Пилюля. Bad guess, но... Пофиг. Просто отравить врага... Как бы... Бесполезно. На боссе можно, кстати, использовать. Потому что можно сохранить эту пилюлю и пока с ней побегать. Сердечко, которое нам нахрен не нужно. Дайте... Похоть. Похоть! Твою мать. Ну, в общем-то, он сам умрет. Неизвестная пилюля и... Tears down. Да какого... Мы только получили апгрейд слез. Хотя мы стреляем... Мы и так стреляем достаточно быстро. Такое ощущение, как будто ничего и не снизилось. Блин, с пилюлями совершенно не везет. Простая комната. Если я... все сделаю правильно. В общем-то... Все хорошо. И ничего не выпало. Обожжу! Твою... Да что за хрень? Я сейчас просру все сердечки и... облажаюсь. Бомба. И... Опять предмет на Space. Ну, просто можно использовать, чтобы получить пилюлю. И... Friends till the end. Ну ладно. Хотя бы неплохая. И то ладно.
Опять очень простая комната. Еще почему так не везет? Вначале было все шикарно. Просто эта игра люто любит поднасрать. Сначала все отлично. О, да, там четверной выстрел. Остальная срань и так далее. Ну, а потом получай, блин, несколько подряд пилюль дерьмовых, накачанных, наверное, каким-нибудь некачественным героином. Это очень неплохо. Можно пойти налево, но как бы в этом мы уже побывали. Пошли к боссу. Локи. Простой босс. Мы его сейчас еще отравим. Твою же мать. Ну почему? И Локи. Оки-доки, Локи. Эй, а я думал отравлять на всю битву. Как на некоторое сучье время. Сучье время. Звучит как, не знаю, как какой-то порнофильм. Зоопорно. Ну почему? И мне постоянно выпадает этот вот The Pigeon Boy, который просто дает кучу монеток. Некоторые я возьму. Спасибо за один ключ. И мы ни черта не можем с этим сделать. Мне кажется, моя игра сломана. Ау. Еще я сейчас просру. Но не в этом суть, моя игра сломана. Я не знаю, что делать. Не знаю, как я это проскочил. Игра сломана. Может быть, это из-за того, что я постоянно играю за еврея? Не знаю. Хотя, мне кажется, Айзек сам еврей. Исаак же. Ни черта. Скорее всего, мы даже до мамки не доберемся. Да, определенно. С одним сердечком. Хреново все получилось. Сначала удачно. Потом какая-то муха нас укусила, и вот такая вот хрень случилась. Грустно все это, друзья мои. Грустно. В любом случае, запишу-ка я еще одну серию шикарного идиотизма с моей стороны. Надо было все-таки Ямхард брать. Может быть, мы выжили бы. Хотя нет, там были синие сердечки, а нам сейчас нанесли одно сердечко урона. Это бы ничего не дало. До встречи!